кто из Бобруйска нас смотрит, приходите. С 1 по 3 августа смотреть за этим матчем. У Габруся был момент. Ну вот, пожалуй, первый такой опасный момент. И оба участника этого эпизода немножко пострадали, но вот так вот в обнимку едут. Вроде все нормально. Намечался у Металлурга Лукин, Подкорытов и Гаврус сейчас были на площадке. Подкорытов не получился бросок. Явный фаворит этого матча. Вторая постарается себя показать. Но сейчас в данный момент на данном матче Динамо Шинника больше всего из Жлобина. 4 человека. Момент хороший у Воронова. Мертвого, но основной костяк 2005-2006. По крайней мере сейчас в этом матче Тоже понятно, что Владимир Динамошинник часто команды меняют место прописки свое. Вот Роману Бабарико приходит, одного из лучших бомбардиров команды У-17, которую я только что вспоминал. Это Илья Лохмов. Под 8 номером он сегодня играет. Номера еще будут предварительные, а те, под которыми команда уже игроки будут играть непосредственно в сезоне, уже в заявке на сезон будут. Хорошая атака от Металлурга намечается. Замыкал ее Соколовский. Я думаю, уже динамовцам будет попроще, потому что выйдут против них играть хоккеисты высшей лиги из Белстали. Момент у Достанка. Бросок выцелил неплохо. Нужно возвращаться Роману. Он очень быстро это делает. Уже в своей зоне. Но вторым темпом хорошая атака у Динамо. Бросок. Вновь нет адресата у передачи. Есть момент у Динамо. Замыкание. Бабарико выручает. Почему-то сирена. Но отмечаем, что вот под конец первого периода отличный момент динамовцы создали. Тоже немного сумбурно, да? Но мысль понятна. Пострел. Шайба остается у Металлурга. Костится на Подкорытова за ворота. Тот классный пас делает. И хороший сейв. Самый верный у Константина Лукина. Ну и затем вот как раз тот момент, который был у Лукина, и сейв у Шайбу на Подкорытова. Подкорытов на неудобное принял, поэтому так долго с ней возился. Вот это классная передача на Егора Воронова. 1-0. Александр Подкорытов ассистировал Егору Воронову. И Егор на вилле. Но затем отдал на Ерменкова. Ерменков дальше на Подкорытова. Подкорытов, потому что неудобное принимал, поэтому долго пришлось обрабатывать. Но все-таки убрал здесь Ходоровича. И нашел классным пасом Егора Воронова. Ну и Воронова осталось только попасть. Укрыл шайбу корпусом, подождал Елисеева. И защитник пошел, подключился, бросил до сборных. Бякин. Бякин передачу на Костицына делает, но тому закрыл зону игрок Динамо. Бросок, и Бабарико срывает аплодисменты. По самом деле дальний угол на перемещении пытался поймать голкипера. Но отмечаем также, что зона была закрыта здорово Даниилом Ливским. Сталин уже вырос из возраста высшей лиги, уже пробиваться будет в Металлурге. Один из тех самых опытных, кто остался на площадке. И у нас что, будет Булит, наверное, Кирилл Стримоухов. Да, уверен, на шайбу контролировал. Затем передача не самая удачная. Илья Лохнов ее перехватил. И затем Стримоухов, который Илья Лохнов и исполняет. Лохнов против Бабарика. Подгул жлобинских трибун. Лохнов. Бросок. И между щитков хотел отправить шайбу в вратарей. У Романа Бабарико и Сергея Кудрявцева в матче с Шахтером там 4 из 5 они пропустили. Вторая, третья смена была всего лишь в матче. Из-за этого и ошибся. Ну а здесь Ерменков не закрыл зону и выкатывал. Это смена, где был и Стримоухов, и Чухраев. Момент у Шинника. Бросок не точный, в углу площадки уже у ближнего борта. Ну и пока вот серия единоборства, здесь уже можно что-то придумать. Тукач, бросок. Справляется с ним Иван Лучик. Зон для Дмитрия Тукача, я думаю. И хочется ему пожелать, чтобы без травм он вообще обошелся. Мне кажется, в прошлом сезоне хоккеист Динамо. Но здесь на подборе Шуринов. Бросает Шуринов, и очень тяжело было Ляднику. Ну вот первый Ладуцко, вот теперь Липский. Последний, пожалуй, розыгрыш. Бросок поворотом в упор практически. И все-таки выстоял Металлург. За что получает аплодисменты от трибун, от своих.
Ну, а Владислав Наумов там еще пытается доказать что-то в углу арбитра, что на нем нарушили правила. Ну что ж, вторая половина матча за динамовцами осталась.